я доволен тем, что спектакль состоялся практически в том виде, в котором я его задумывал, в пользу Россини, чтобы этот спектакль был легким, прозрачным, воздушным и смешным. My figure was crazy, was inventing new things, was owning the whole stage, and everything was actually what I thought it will be. Принцип театра в театре мы выдержали, и мне кажется, это добавило и иронии всему происходящему, и игрового момента какого-то. Розина, по идее, какой-то смесь цветочка с птичкой. Если раньше я думала, более такая яркая испанская, итальянская девушка, которая все поставит на своем, здесь я нашла более другие краски, более нежно, может быть, девушка, которая вот только-только раскрывается, первая любовь, вот, и сейчас из нее развивается прекрасная-прекрасная женщина. В этой опере трудно определить главного персонажа, потому что написана она для тенора, для графа Альмавивы, называется она «Сивильский цирюльник», то есть «Фигаро». А для меня очень интересен был персонаж Бартола и наш замечательный Джованни Ромео, такой прекрасный артист, а я всегда иду от артистов, что он стал практически центром этой оперы. Ma io ho portato la simpatia nell'essere cattivo di questo personaggio, che mi sento benissimo, mi sento a casa mia, devo soltanto manifestare quello che c'è già scritto nel DNA. Я просто люблю это произведение. А если бы кого-то пришлось сыграть, я бы предпочел сыграть Амброджио, человека, который живет в этом доме и со стороны, как и я, как режиссер, наблюдает за тем, что происходит.